Телекомпания ТВК первый раз вышла в эфир 7 мая 1994 года, ровно 24 года назад. И, конечно, главным нашим продуктом были новости. Новости ТВК со дня основания никогда не меняли время выхода. Мы всегда выходили в 20:00. Зрители отмечают новости ТВК как актуальные, дерзкие, смелые. И для нас очень важно это мнение. В новостях ТВК очень ценят преемственность. На сегодняшний день мы единственные, где есть ведущие, журналисты и режиссеры, которые работают со дня основания компании. Из 12 премий ТЭФИ, которые есть у ТВК, 7 принадлежат новостям. Это «Орфей» за самые разные журналистские работы, включая и две главные. «Орфей» за лучшую информационную программу «Новости» и «Орфей» за лучшую информационно-аналитическую программу «Воскресные новости». А в январе 2018 года телекомпания ТВК получила премию правительства Российской Федерации за вклад в развитие регионального телевидения России.